На базе Республиканского центра образования города Каспийска состоялось торжественное открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству. Онлайн-соревнования для учащихся первых-девятых классов организованы на образовательной платформе «Учи.ру». Перед началом олимпиады школьников поприветствовали почетные гости. Заместитель министра образования и науки Дагестана Гаджимурат Магомедов и управляющий отделением Национального банка по республике Мурат Идрисов. У вас есть возможность фундаментально изучить основы финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это не только правильно посчитать, сколько денег у вас в кошельке есть, это использовать те средства, которые у вас есть, так, чтобы оно вам хватило, и плюс к этому, чтобы у вас какая-то заначка тоже осталась. Поэтому доходить до ваших детей я не буду. Я желаю вам успехов, удачи, чтобы у вас были деньги, чтобы вы могли тратить деньги. И чтобы была та ячейка или источник, откуда вам всегда эти деньги поступали. Отметим, что в интеллектуальных состязаниях школьники учатся ставить и достигать финансовые цели, правильно реагировать на действия мошенников, а также знакомиться с основами предпринимательства. По словам управляющего отделением Национального банка по Республике Дагестан Мурата Идрисова, в прошлом году в данной олимпиаде свои знания показали свыше 42 тысяч участников из нашего региона. По сути, сегодня вот финансовая грамотность становится такой же дисциплиной, как и математика, как русский язык, как литература, такой же необходимой и востребованной дисциплиной. И здесь, если вы, ну вы это точно знаете, что это уже становится отчасти уроком школьной программы. Это такая возможность попробовать себя, попробовать оценить свои знания, насколько вы там готовы, насколько вы сейчас понимаете вот тот предмет, по которому будет идти олимпиада. Это, собственно говоря, и подготовка вас или оценка вас, как вот уже сейчас грамотных рачительных пользователей денег. В рамках интеллектуального состязания ребятам предстоит построить город и развить бизнес с экологичным производством, научиться отличать акции от облигаций, узнать, как грамотно выбрать вклад и возместить непредвиденные убытки. В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Проходить олимпиада по финансовой грамотности будет с 1 по 31 марта. Напомним, что организаторами являются Банк России, Минфин, Минэкономразвития страны, а также образовательная платформа «Учи.ру» в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».